Женщина и двое ее детей погибли на пожаре в двухквартирном деревянном доме в поселке Магистральном Казачинск-Каленского района. Их тела обнаружили спасатели в ходе разбора завалов. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. О возгорании стало известно в 3 часа ночи, но, к сожалению, было уже слишком поздно. К моменту приезда спасателей огонь полностью охватил здание. Площадь пожара составила более 280 квадратных метров. Также обрушилась крыша. Из одной квартиры самостоятельно смогли выбраться 6 человек, а в соседней остались 39-летняя женщина, ее 13-летний сын и 8-летняя дочь. Об этом сообщил отец семейства, который ночью вернулся к дому с работы. Только к 6 утра пламя удалось усмирить после. Во время разбора завалов пожарные обнаружили тела троих погибших. Сейчас криминалисты и дознаватели устанавливают причины возгорания. Известно, что в квартире не было пожарного извещателя.